12-й аркан. Это день, когда вы слишком погружены в себя или слишком заняты малозначащими делами. Карта советует уделить больше внимания миру и посмотреть вокруг. Возможно, вы услышите новости или чье-то мнение, которое в дальнейшем повлияет на ваше решение. Это не время для важных дел. Лучше отдохнуть от активной деятельности и просто принимать то, что происходит. Может быть, вам будет необходимо пожертвовать чем-то, но это необходимо, чтобы двигаться дальше. Карта повешенного напоминает, что вы должны осознавать свои действия и их цену. Покупки в этот день неудачны, не исключены потери, поэтому нужно быть внимательнее. Ключевые слова – жертва, уравновешенность, терпение, потребность в осознании и понимании, время ожидания.